Здравствуйте, с вами магазин установочный центр FrontCam. На установке у нас Citroen Jumpy последнего поколения. Установили магнитолу и камеру заднего вида. Камеру заднего вида с матрицей Sony поставили. Вместо плафона подсветки номера устанавливается. Подсветка номера штатная сохраняется при этом. Сейчас давайте продемонстрирую, как магнитола установилась. Установили мультимедийную систему с большим экраном через переходную рамку. Рамка целиковая, устанавливается без доработок. Штатные воздуховоды переставляются. По проводке также подключается разъем в разъем. Дополнительно в бардачок вывели два USB. Под внешние носители. И установили камеру заднего вида. Край бампера видят, то есть можно сейчас к препятствию подъезжать с минимальным расстоянием. В данном случае клиент выбрал магнитолу от фирмы White Media. Она имеет физический регулятор громкости для удобства. Так как в данной комплектации отсутствуют кнопки на руле. Если кнопки на руле были, то магнитола бы поддерживала, мы бы это все подключили. Также можно сюда установить в эту рамку полностью стеклянную магнитолу, которая не будет иметь кнопок, крутилок вот этих физических. Все кнопки будут сенсорные. Если у вас остались вопросы или хотите подобрать себе устройство, контакты наши будут в описании, подскажем, ответим, подберем. Спасибо за обзор и до свидания.